Телепорт, пошли, вот, прилетел, вот, правда, без купола, вот, ой-ой-ой, ой, убивает его, больно, хотя откинулся, как же он классно здесь выжил, таймволк был заведен крайне по тайму, садится этот звар, пытается продамажить он Свена, но Свен слишком толстый, его бить так не получится, ну и все разошлись. В итоге никто пока не отправится на верну, хотя бы пробить морфа, морф будет, в принципе, в вейформ закатился, Санч пока не откидывается, хотя маны на стане не хватает, откинулся еще и арбом всей маны лишил, пошел, у нас урон по Свену ультим, это здесь самое пробить, может, пропустил уже перекачку на силу, прожимает он с корни тренд протект, пытается уйти под ривинг армором, пытается жить, но, похоже, сделать этого не получится, Сва пошел у нас по вещь доктору, купол подлетел, и там каски полетели, неплохо начинает здесь наваливать, настреливать, пока что у нас ОД пошел ультимейт, неплохо, пока убить его, честно, Форсафи отъехал, пытается здесь доформлять фраги, морф прокатился, пытался пробить Омика, но не хватило урона, ну и будут разваливать ОД. Вроде бы все неплохо было исполнено, но, увы, не хватило демеджа.